Начинаем выпуск. Руководство администрации Щелковского района в ходе традиционного выездного совещания осмотрело улицу Парковую, которая в скором времени станет частью пешеходной прогулочной зоны. Алексей Валов с коллегами понаблюдали за началом строительных работ, а также обсудили будущее местонахождение новых парковочных мест для посетителей районной больницы номер 2. Они появятся на территории медицинского учреждения. Самым важным вопросом на данный момент власти считают перекладку инженерных коммуникаций под улицей. Сегодня это важнейший вопрос в деле реконструкции. Улица Парковая. Она находится в центральной части города и насыщена, я бы даже сказал, перенасыщена разными коммуникациями инженерными. Вот. Для того, чтобы сделать качественно и на долгое-долгое время, конечно, мы сейчас будем решать вопрос, чтобы переложить эти коммуникации быстро, оперативно и качественно. Кроме того, заместитель руководителя администрации Никита Никулин проверил ход строительства детского сада в Первом Советском переулке. На данный момент это единственный социальный объект, который отстает по срокам. Сейчас в садике идут отделочные работы, которые выполняет бригада в составе 30 человек. Несмотря на отставание, строители обещают, что приведут сад в полную готовность уже к концу июля.